Мы будем тренировать наши сердца и тела для достижения твердого, непоколебимого духа. Вопрос 7. Мое отношение к тренировкам на улице с покрышкой. Таскать, кантовать, бить, кувалды. Ну, не специфические для кюкушин методики. На самом деле эти методики давным-давно уже в кюкушине. Ими пользуются очень многие спортсмены. Я советую ими заниматься, но опять же, очень важна ваша личная подготовка. То, что вы можете, чтобы этот момент вам не навредит. Потому что есть упражнения, которые, допустим, убирают скоростные качества, прибавляют силу. Или же наоборот, убирают скорость, там, прибавляют там, выносливость. Все эти техники, они должны быть очень строго протестированы и желательно не перед соревнованиями, а перед соревновательным подготовкой. На протяжении всей нашей жизни мы будем стремиться реализовать истинное предназначение пути кюкусин.